Всем приветики. Я хотел бы вам показать череп динозавра. Я знаю, вы не верили, что они существуют, но сегодня все ваши сомнения развеются, когда вы увидите это. Перед вами череп динозавра. Он сохранился с давних времен, еще вот до наших дней. Вот. И вот так вот он выглядит. Вот они. Два ушка, потом носик, дюбка такая, глаз, и вот она ноздря. Вот. Ну, а там нижняя часть была, она уже не сохранилась, там, естественно, зубы были. Она открывалась, и, ну, пасть такая, оп-оп-оп-оп. Вот, так что... Ладно, я шучу. Но на самом деле очень похоже, ведь правда? На черепе динозавра вот они ушки, глазик, носик, носик, дюбка, вот она и ноздря. На самом деле это кусок монтажной пены. Вот, он висел на стене вот таким вот образом. Другой бы кто-то просто оторвал бы этот кусок и выкинул, ну, потому что это лишнее. То есть заливалась пена, и в отверстие из него вытекала и засохла вот такая штука. По идее, оторвать и выкинуть. Вот, и другой бы так и сделал, но я, как человек творческий, повертел эту штуку в руках и увидел череп динозавра. И поэтому я не стал выкидывать, теперь оно у меня лежит на полочке, как такой древний череп динозавра. С этой стороны просто кусок чего-то непонятного, но с этой стороны реально как череп динозавра вот поставить. Ну вот скажи, что не череп, ушки, глазик, носик. Вот, поэтому он у меня так вот стоит на полочке. Я не выкинул, я оставил. Вот, так что, такой вот череп. Я сам удивился. Вот так вот он висел на стене, я отрывал, собирался выкидывать, но потом, когда перевернул, понял, что выкидывать я не буду, поставлю на полочку. Вот, так что, такой вот череп создал я, сам того не ведая. Такие деревки. Ну, а на этом у меня все. Еще раз вам покажу его. Вот так-то. Всем покидова.